Во свете Библии все выглядит иначе. И то, что черное, засветится, как снег. Смеющиеся ныне горестно заплачут. Растущее, как ком, растает вдруг на нет. Во свете Библии по мысли Иеговы перелопатить следует на личность. На наше изобилие есть тощие коровы, которым может стать состанет пищей. Есть главное, в чем отступить ни шагу. За что нам следует все ценное сложить? Где оплошал, тебя возьмут за жабры, и никогда нигде ни грамма лжи. Растерянность при разных переменах, сгустившаяся в неизвестность тьма, здесь в Библии не может быть замены, хотя советников из книг пришли тома. В ней четко, ясно, влево или вправо, бескомпромиссное озвучится решение. Советники иные лишь шпана, арава, к которым ясно же, какое отношение. И даже малое по мелочи житейской не надо поспешать, чтобы воплотить. И в высшей степени весьма и всем полезно молиться ревностно, не воздух молотить. Во свете Библии расслышать Иисуса советы Духа Божия на пользу. Пророки некогда увещевали устно бежать на поприще, не на задворках ползать. Как говорят, есть тысяча проблем, а мне столь неприятно это слово. Едва встаешь с молитвой с колен, забота вся на нем, как хочет, так и сломит. Задолго до рассвета, днем и ночью, читайте в Библии евангельские строки. Сам автор книг над «и» проставит точки. В молитву вникнуть, не борзясь на скуку. 11 декабря 2006 года.